Привет, ребята! Вы слышите, как снег хрустит под колесами? Это так прикольно, ребят! У нас зима! Прям вот такая вот новогодняя зима! Как бы, да, праздничная зима, холодненькая. Сейчас минус 12, ребята, у нас показывает. Короче, да, всем здрасте! 24 декабря, ребята, у нас на носу. А, не на носу, а на дворе уже 24 декабря. Merry Christmas, ребята. Да, еду немножко по делам. Надю сегодня завез я на работу. У меня выходной. Так как она работает в магазине, ей еще сегодня придется поработать. Вернее, она уже работает. С 9 до 3. Ой, нет. А, да, или нет. Вроде к 9 я ее отвез. Короче, работает до 3. Немножко вот поехал еще по делам, кое-какие покупки надо купить. И думаю, вам прям вот... Ах, как классно по такой дороге ездить. Да, на зимней резине уже не так скользко, уже колеса четко держат, стабильно на дороге. Все вот так вот. Короче, safety drive, да? Такая вот у нас, ребята, сегодня погода. Вчера у нас вот уже был опять такой буранчик немножко. Намело, насыпало слегка снежка свеженького. Хотя его у нас не так много. Как хотелось бы. Даже хотелось бы, чтобы было поболее. Но зато все бело на Merry Christmas. Поэтому тоже здорово. Отправлял фотографии в Германию. Мне все пишут: ё-моё, как у вас красиво, а у нас все сыро, везде все мокро, нету снега, как-то все по нерождественскому, да? А пожарная машина что тут делает? Тоже приехала подзакупиться немножко шампусика, что ли? Здоровая махина. Между прочим, ребята, сейчас зайду в магазин, куплю, что мне там надо. Смотрите, какая махина. А рядом, смотрите, какой пикап стоит здоровенный. Ну, просто монстр, друзья. Просто монстр. Вот эта махина. Ё-моё, блин. Да, сейчас зайду, куплю, что мне надо. А потом расскажу вам историю. Сегодня утром немножко так кое с кем пообщался на светофоре. Ну и обязательно, думаю, вам надо рассказать. Я хочу купить Асти. Надя мне попросила. Немножко вам сразу цены покажу. Так, корона, 12 бутылок, $25. Так, что вам еще показать? Вот это показать. Вот это тоже, я знаю, выпивают. Red Label. Так, это 25. Это 32 стоит. Короче, цены я тебе дам. Сильно не напьешься. 1,4 литра, $74. 1,75, $90. Ух ты, какая красивая бутылка. Позолоченная. Почем? $90. Так, а мне? Вот это я тоже видел уже частенько. Покупали люди. Я вообще в этом всем не спец. Я-то люблю только так пивца попить и все. А где она стоит? О, Кэптен Морген. Различные всякие есть. По 30, по 30, по 29. По 30, по 30, по 29. Большая разница, да, ребята? Что вам еще показать-то? Так. Короче, алкоголь не дешевый в Канаде. Как и все остальное. А, вот, ну, например, покажу Абсолют. $30. Такая бутылка. Джентльмен, вот, ребята, Джек Дэниелс, Джентльмен Джек. Такие цены, такие вот, чтобы немножко так смотрели, кому интересно. И ставьте на паузу и смотрите. Так, что еще здесь есть у меня? Canadian, какой-то Grown Royal. Grown Royal, Apple, всякие вон, всякие вкусы, кому что надо. Ребята, ставьте на паузу и смотрите. Думаю, может, кто-то что-то увидит, кому-то было интересно. Ну, а я ищу эту Асти, где она здесь находится, я не знаю. Короче, выбора очень много. Упиться можно... Ой-ой-ой. Бейлис 60
по 60, по 30. Смирнов, вон 35, 1 литр, 140 миллилитров. Так, Смирнов 750 миллилитров, $20. Я не знаю, сколько в Германии стоит, мне кажется, 12, что ли, или что-то такое. А где, ребята, этот Асти, который я ищу? А, вот он вроде бы. Вроде бы вот он. Такой мне вроде надо. Да, вот этот мне надо. О, он сейчас на скидке по $10. Возьмем две бутылки. И еще, наверное, что-нибудь. Знаете, в Германии из бутылок потом ракеты пускали. А здесь у нас ракет нету пускать. На Новый год не стреляют. Но это еще до Нового года мы жахнем. Блин, люди, наверное, посмотрят, скажут, ё-моё, спился чувак. Пойдем, ребят, еще пиво покажу, как пиво здесь продают. Пиво большинство стоит в таких вот морозильниках. И здесь очень большой выбор пива, в принципе-то. Какое хотите. Пива очень много всякого. Оно и так стоит, и стоит так же само замороженное. Ну, не замороженное, а холодное. Всем знаменитый Heineken, $30 за 12 бутылок. Ух ты, ё-моё, Варштайнер даже есть. Почем он? Варштайнер, $17 за 6 бутылок. Ребята, кто с Германии, в Германии Варштайнер сильно не пьют. А здесь он вон сколько стоит. Между прочим, я одно время нашел вот этот напиток. Радлер вот этот в Германии. Очень классный вообще. Потом тоже пили ребята и говорили, что вкусно. Во, какие красивые банки всякие. Да. Выбор, ребята, большой, все снимать. Я же не могу каждую коробку. Это же, блин, надо стоять тут целый час. Вот это хорошее пиво тоже беру иной раз. Очень даже ничего так. Все, идем это берем и едем дальше. Вот это я вам еще хотел показать, ребята. Бутылка Эрдинга стоит в Айсбе $5. Одна бутылка, чтобы вы понимали. А вот и Кромбахер, $4, одна банка. И Пильзена тоже $4. Ребята, $5 одна бутылка Эрдинга. Ё-моё, вот это цена. Так, ребят, что хотел рассказать-то я вам еще сегодня. Сегодня завез Надю на работу, еду домой. Солнце всходит, я еще так еду, так на фотоаппарат, на телефон фоткаю. И поднимаюсь так гору, мост. Смотрю, спереди вэн едет. Вот такой вэн, как этот стоит, как я вам тоже снимал цены. Говорил, что здесь их кругом, куда ни посмотри, такие вены тоже ездят, помимо пикапов. Вот, и это самое, смотрю, на вене написано сзади «Полис». Я такой, ё-моё, а я еду тут еще с камерой, деловой такой. Первый парень на деревне, все дела. Ну, вы знаете, в курсе, короче. Вот, и это. А на светофоре останавливаюсь, и останавливается этот тоже полицист с правой стороны от меня. И это... Со мной здоровается так, я ему тоже так махнул. Открываю я окно и ему говорю, я никогда еще не видел полицейскую машину, чтобы была такой вэн, да? А он такой говорит, на, я не люблю ездить на таких толстых пикапах, типа, чтобы меня все боялись. Я здесь по районам выехал немножко прокатиться, знаете, типа, ну понятно, что в свое время убить свой протокол. Потом приедет, опа-на. Приедет, протокол напишет, что все пучком, все нормально. А может напишет протокол, что со мной познакомился. И он такой, это, меня спрашивает, а ты откуда, говорит, у тебя твой акцент? Я говорю, я с Германии. А откуда с Германии? Я говорю, ну, неподалеку от города Бремена жил. А он такой, а я, говорит, родился в Германии. Недалеко Ицехое называется. Это недалеко, я такой, от нас, где мы жили. Я говорю, так это не совсем далеко, где, откуда я. Он такой, о, really, мне такой говорит. Я говорю, да. А он говорит, а я родился в Германии. А мужику уже где-то, наверное, лет 55 такой, знаете. Он говорит, а я слышу, говорит, у тебя акцент такой, думаю, откуда ты? Похож на немецкий, мне потом такой говорит. Я такой говорю, да, а, ну и это самое, тудым-сюдым, и теперь загорелся уже зеленый светофор. На этом светофоре мы стояли только в обратную сторону. Загорелся зеленый светофор, и он мне такой говорит, auf Wiedersehen, с таким прям американским таким английским, ну не английский, а американским таким акцентом. Я такой говорю ему, да, auf Wiedersehen, и говорю ему,
Или он мне сказал первый, Фрой Вайнахтен, как-то так. Как-то так, таким вот капитальным тоже, с таким акцентом. И я ему еще уже начинал трогаться, ему тоже кричу. Да, я типа, вам тоже Фрой Вайнахтен. Вот так вот, ребят. Такая вот немножко история сегодня у меня. Такое вот знакомство с полицеем было. С полицейским гражданином. Гражданином. Как это там? С полицейским сотрудником. Вот так надо сказать. Да, я вижу, парковка хорошо подбита машинами. Вот по левую сторону здесь у нас такой молл. Все торговые магазины там. Вот. Сейчас мы туда зайдем. Мне еще кое-что надо быстренько-быстренько прихватить. Странно, что вот как-то дороги не чистят, вот я не понимаю. Почему их не очищают? Оно уже прикатано, они, наверное, уже этими лопатами это не отодрут или что, я не знаю. Дороги все в городе белые. Так, что, будем искать парковочку. Машин много, людей тоже немало. Все еще хотят прикупить какие-то себе вещи. Вон, на улице минус 16, вон тетенька идет в кофте. Я сегодня был уже в одном магазине с утра, там в шлепанцах была одна чувиха. Прям в сланцах, босиком. Такой про себя думаю, нифига ты закаленная. Но это абсолютно нормально. Это абсолютно нормальное явление в Канаде. Ох ты, Audi A6 стоит, ух ты, 4F. Так, и где я буду сейчас парковаться? Вы можете мне это сказать или нет? Навряд ли. Так, дятел, ты куда? Ты хочешь? Да, ты хочешь. Я так и понял. Ну и... Опа-ля, вон парковка. Я быстрее заехал, дядя. Тут у нас прям битва за парковку идет, потому что везде все полно. Ну, по крайней мере, с этой стороны торгового центра. С другой стороны, это я не знаю. Я сейчас туда не поеду уже, потому что мне надо с этой стороны зайти. Вы знаете, какое-то время уже прошло, и в городе уже, можно так сказать, привыкли. Уже знаем, что куда. И это очень хорошо и удобно. Поэтому, когда переехали, все, конечно, новенькое было. А сейчас уже знаешь, что, где, кого, зачем. Понятно, что еще очень много не знаем. Но ничего, со временем. И вам будем, может, что-то новенькое показывать. Ладно, пойду в магазин. Это я еще даже, вот если честно, не знаю, с какого перепуга. Здесь у нас стоит вот этот вот здоровый поезд такой. Капец, он очень даже симпатичный. Но я еще узнаю, почему он тут стоит. Я был уже сейчас только что зашел в магазин, сделал все, что мне надо, и вот выезжаю. И уже его как-то раз видел здесь. Это к тому, что, знаете, еще мало что знаем, и все надо еще узнавать. Че он тут стоит, я без понятия. Но он ничего так, там вон табличка написана. Но я как-нибудь летом, наверное, будем гулять, обязательно еще прочитаю, че он тут стоит, что он тут делает. Да, а мы едем дальше. Ребят, еду теперь уже в машине, про себя думаю, когда вот начинаю что-нибудь снимать, так тоже думаю вам тоже что-нибудь и рассказывать, да. Буквально вот недавно на днях на работе разговаривали с моим коллегой, с канадцем. К нам пришла была большая делегация индейцев, да, так называемые индейцы, да, natives, жителей, коренных жителей Канады. Вот. И он такой говорит, наверное, это приехали опять с какого-то резервуара, чтобы смотрят, чтобы мы им строили дома. Вот. А дома эти для них оплачивают все государство, чтобы вы понимали. И так они с этим всем обращаются. Понимаете, люди вообще, они ничего такого не ценят. Они не ценят там машина там или еще что-нибудь, там дом. Ой, мои бутылки сзади.
Им вообще все пофиг. Тем более эти дома им оплачивает государство. Вы понимаете, если ты на своем горбу зарабатываешь на, там, на дом или еще на что-то, то по-другому большинство, по-другому к этому люди относятся. А им вообще пофиг все. Вот. И так же самое в этом случае. Он мне рассказывает, буквально тут лет 5, может, назад, звонит, говорит, к нам кастома, ну, это покупатель какого-то там дома, да, кому там поставили дом, опять же, в такой резервуар. Ну, и звонят и говорят, там, жалуются в офис, что, типа, у нас в нашей ванной, у нас там холодно. Там, видимо, пошли заморозки или еще. Говорит, что холодно. Вот. Ну и отправили туда одного из сантехников, так как это же отопление, там тудым-сюдым, это самое. Ну и он поехал смотреть всю эту процедуру. Приезжает туда, говорит, в этот резервуар, заходит, говорит, в эту ванную комнату и видит, говорит, в стене здоровенная дыра, вырезанная прям там, я не знаю, чем там, бензопилой или чем, вырезанное здоровенное окно, можно так сказать, как раз на уровне умывальника. А он такой, вы что, говорит? Как это, типа, вы говорите, что холодно, вы что, говорит, ну тут же понятно, в чем дело. А они такие говорят, ну да, ну а что нам делать-то теперь, чтобы не было нам холодно? Ну он говорит, так вам дыру надо закрыть, говорит, зачем вы ее выпилили, для чего она вырезана? А он им говорит, это там какой-то там, ну, главный там какой-то в этой хате, он говорит, а как, говорит, наша лошадь должна пить? Представляете? Вот такие обезбашенные это люди, что, ну, это просто капец. Но это правда, это реальная история, он мне врать не будет. Что они такие вот обезбашенные чуваки, что он вырезал дыру, чтобы лошадь могла с умывальника, он ей поливает, там, в кран набирает, через кран набирает воду, и чтобы она пила, понимаете, свеженькую воду. Вот такие это чудики есть. И что ты сделаешь? Я теперь даже не знаю, на чем это остановилось. Завершилась вся эта история, или закрывали там эту дыру, или нет, я даже не знаю. Ну, короче, такие вот это люди, да, им вообще очень много людей, которым вообще им на все пофиг. Они вообще ни о чем не заботятся. И хотя я с этим канадцем разговаривал, он говорит, что говорит, стало лучше, да? Стало лучше. Раньше, говорит, когда он еще был молодой, а ему сколько ему? 55 или 57 вроде ему. Он говорит, было намного хуже, говорит, с этими людьми, да. У нас так же само в городе есть бомжи. И это большинство тоже вот эти вот коренные жители, да. И алкоголь, наркомания и так далее и тому подобное. Раньше, говорит, было намного сложнее с ними. Сейчас, говорит, они немножко, говорит, даже сложно сказать, или они умнеют. Он говорит, в принципе, говорит, они очень такие странные люди. Они и алкоголь переносят очень странно. Но я это как бы тоже уже и знаю, как бы слыхал об этом. Даже когда история говорили, что белые люди индейцам давали алкоголь, и они просто... Алкоголь влияет на них вообще как-то... Вообще страшно, да? Они как будто полностью другие люди, они бешеными какими-то становятся. И им вообще там дать понюхать и все. И, ну, в принципе, мне тоже много не надо для счастья. Вот. И вот так вот говорит, что с ними как-то очень странно, да. И государство все это оплачивает. И вот к нам приходила целая делегация. Там смотрели, им показывали, рассказывали, что, какие дома. В принципе, им это вообще по барабану, мне кажется. Какие там дома и что, если это оплачивается все государством, то они довольны, что им там новую будку какую-то дадут. Вон бежит моя Снегурочка. Алло, Снегурочка. Что, холодно? Вижу, что холодно. Ой, холодно. Здорово, Снегурочка. Здравствуйте. Я вижу, что тебе холодно, да? Да. Что, дубакс? Да. Снимай свой намордник. Фу, наконец-то. Как дела? А что ты позже так выходишь? Ну, я Merry Christmas всем сказала, конечно. Мои же коллеги. Нам надо еще в магазин с тобой заехать, да, быстро? Что, как дела? Нормально, как у тебя? У меня... Отлично. Вундерба, у меня выходной, да. А я работала. Ну, кто на что учился? Ну ничего, все нормально. Что, народу много было? Зато Зельвеста не буду работать. Народу много было? Это вообще, я не знаю, что я не...
Покупают и покупают. Покупают, пока там уже ничего нету. Да? Угу. Все разобрали? Да, ужас. Ребята как-то в видео спрашивали, где ты работаешь. Можешь быстро сказать? Или мы уже говорили? Уже столько видео всяких пилили, что я уже даже иной раз... Мы уже говорили, наверное, уже... Да, уже даже не знаю, о чем мы говорим. Где работаешь? Что делаешь там? HomeSense and Marshalls. Что там делаешь? Что я делаю? Я... Шмотки продаешь? Шмотки. Да. На кассе везде. Ну, короче... Везде, где не хочет, мне туда я иду. Да, короче, продают всякую декорацию, шмотки и так далее и тому подобное. Нормальный, простой торговый магазин, да, получается? Да. А вот так... такие хорошие, я ждала так, что мне был фаям. А что, домой? Да. Ну, 6 часов поработать, да. Ну, ничего, что. Так, еще сейчас заедем в магазин, народу везде просто капец, Надя. Просто капец. Сегодня ездил туда немножко, сюда немножко. Просто что-то, я не знаю, что они все. Ну, завтра все закрыто, а 26-го опять уже можно опять в магазин ехать. И будет опять народу. Полным-полно. Говорят, они за то, что Christmas сейчас много шопали, и я не думаю, что будет January, February так busy. Говорят, что да, будет так меньше. Много народу не будет. Ну и вообще, зима. И много чего мы не будем получать, да, это мы просто много чего получали, когда было Christmas, да, а так... Товар ты имеешь в виду? Да. Да, люди разбирают, и это просто капец, много везде все покупают. Ужас, это вообще. Да, а нам надо... У нас даже Зайфы там кончилось, там то, мыло. Это ужас. Мыло, Надя, мыло. Да, мыло, мыло, я уже по-русски, по-немецки, блин, я уже и чё? В голове. Ты сегодня печеньки принесла коллегам? Да. Что, рады были? Одна пробовала. О, говорит, а где лыжи? Одна только пробовала? А тот другой, он ушел, он, у него сегодня day off, а за, выходной. Выходной. И он экстра пришел сегодня, чтобы... Попробовать печеньки? Чтобы забрать эти печеньки. Че себе. И обнял ладно. Меня и сказал Merry Christmas. Я говорю, спасибо тебе тоже. Ну, он тебя хоть не сильно обнимал? Нет, не сильно, чуть-чуть только. Прижал. Все, идем в магазин. Че, покажи, что ты тут напекла. Какие-то булочки вон сделала вкусные. Ай-яй-яй, сейчас будем пробовать. Ребят, сегодня у нас вот такой вот ужин. Не, я хотел сказать... Что, типа, особенный? Да нет, мы всегда так кушаем. У нас дочь всегда готовит нам, я тебе дам с мамой, да, мамки? Да. Она может очень хорошо, очень хорошо. Да, молодец, Шарик. Алин, ну скажи, да, могу. Скажи. Да, ребят, приятного аппетита, всем Merry Christmas, да. Всех с наступающим Новым годом. Осталось тут уже ерунда, но мы еще будем видео до Нового года записывать. Сегодня у нас вот такой тихий вечер. Будем сидеть, кушать. Что будем с вами делать? И фильмы смотреть еще. Не, а что мы еще будем делать? Подарки открывать? Алина вообще хотела, чтобы завтра, но он не может дождаться сегодня, говорит, будем распаковывать. Все, ребят, мы будем ужинать. А потом подарки раскрывать и смотреть, кто что кому подарил. Спасибо за внимание. Сегодня такой вот у меня видосик получился. Будьте здоровы. До следующего видео. Всем пока. Пока.